Сейчас самый приятный период в году, когда один праздник сменяет другой. И ты находишься практически в круговороте мероприятий, сменяя один образ на другой, и это прекрасно. Друзья, наслаждайтесь каждым прожитым днем вашей жизни. Не думайте, что вам нечего надеть, не с кем сходить или нечего сказать. Вашу красивую жизнь вы делаете сами, а мы лишь помогаем создать образы более роскошными и эффектными. Французский дом подготовил для вас много нового. А мы, Азамат Нургалиев и Яна Бабрыка, порадуем вас только самым-самым. Пора начинать! Сегодня вы узнаете, как выглядят роскошные рестораны звезд Голливуда. Прав ли Эрмано Шарвино, что мода не может умереть даже во время чумы? Фэшн-советы от дизайнера Лауры Малдыбаевой. Дымчатый взгляд страсти. Какой он? Азамат, как в вашей семье вы отмечаете праздники? Ну, день рождения жены мы отмечаем в ресторане, ну а мой, как правило, просто красным карандашом в календаре. Ты знаешь, на этот счет мне сразу вспомнился анекдот про французский ресторан. Официант подходит к клиенту и спрашивает: «Месье, что вы будете заказывать?» На что клиент ему отвечает: «Вы знаете, я хотел бы вот то же самое, что и у моего соседа за крайним столиком». Официант говорит: «О, нет-нет, месье, это невозможно, он вам это не отдаст». Шутки шутками, друзья, но на самом деле не знаешь в последнее время, куда пригласить вторую половинку, чтобы по-настоящему удивить. Да ладно, я с тобой не согласна. Вот звезды Голливуда точно знают, чем завлечь публику в свой ресторан. И прямо сейчас мы подготовили для вас подборку только самых роскошных ресторанов от звезд Голливуда. Что ж, давайте посмотрим. В конце октября в парижском Море происходило нечто невероятное. Супер-женщина из комиксов Marvel и гениальная операционная система, она же Скарлетт Йоханссон, угощала гостей только открывшегося магазина-ресторана попкорна «Ями Поп». Йоханссон – владелица этого заведения, и поэтому она решила удивить посетителей попкорном с пармезаном, трюфелем, шалфеем и кленовым сиропом. Пока Скарлетт только начинает свой путь ресторатора, мы отправимся в изысканный ресторан мирового дизайнера одежды Ральфа Лорена. В его владении сразу несколько заведений. В 1999 году в Чикаго открыл свой первый ресторан RL, вторым стал Ральфс на Сен-Жермен. Мы с вами остановимся на The Polo Bar. Оформленный по всем канонам классического нью-йоркского заведения, The Polo Bar – идеальное место для тех, кто, как и сам мистер Ральф Лорен, обожает собирать друзей и семью за столом в непринужденной, но изысканной атмосфере. В баре, где все посвящено игре в поло, подают классическую американскую кухню, разумеется, в любимой интерпретации дизайнера. Красавица Джессика Бил, вдохновившись успехами Джастина Тимберлейка с барбекю-рестораном Southern Hospitality, открыла ресторан, в который с детьми ходить как минимум удобно. К примеру, здесь проходят кулинарные курсы, на которых учат готовить из органических продуктов. Пока вы будете заняты полезным делом, за вашими детьми присмотрят сотрудники и накормят их едой из отдельной детской кухни ресторана. Практично, мило и удобно. Пройти мимо изысканного ресторана популярного актера Райана Гослинга просто невозможно. Вы любите марокканскую кухню? Тогда посмотрите на уютный ресторанчик «Таджин» в Беверли-Хиллз. Вкусовые качества блюд из меню собственной закусочной актер описывает скромно. Еда, которую хочется есть каждый день до конца жизни. Еще одна гордость заведения – впечатляющие коктейльная и винные карты, а также пивной бар с бесчисленным количеством сортов со всего мира. После просмотренного сюжета хочется открыть свой собственный ресторанчик и проводить там теплые вечера в кругу близких друзей. Ну, если задаться целью и начать реализовывать свои мечты, то почему бы и нет? Телезрители задают нам вопрос, как правильно создать образ их мечты. И мы с огромным удовольствием воплощаем эти мечты в реальность вместе с профессиональными дизайнерами и стилистами. Сегодня подбирать образы от французского дома будет вместе с нами Лаура Малдыбаева. Лаура Малдыбаева – дизайнер, создатель собственного бренда, владелица модного бутика. Черпает вдохновение в моде прошлых эпох. Однако ее одежда совсем не напоминает винтажные реплики или антиквариат. Постоянно расширяет свои знания в сфере моды. Отличительной чертой каждой созданной модели является универсальность и практичность.
Дорогие телезрители, прямо сейчас мы вместе с казахстанским дизайнером Лаурой Молдыбаевой будем подбирать луки для наших роскошных женщин. Лаура, очень рада вас видеть. Я знаю, что вы очень любите красивые вещи, как для себя, так и для ваших клиентов. Какой лук вы сегодня нам подобрали? Благодарю, Яна. Как вы правильно заметили, я действительно очень люблю делать женщин еще красивее. Мы сегодня подобрали этот образ от Эрмана Шервина. Угу. Пальто является трендом сезона осень-зима 2016-2017. Мы подобрали это пальто к этому прекрасному наряду от Эрмана Шервина к платью из кружева. Платье – это тоже же бренд Эрмана Шервина? Да, несомненно. Кружево является основным материалом бренда Эрмана Шервина. Прямо сейчас хотелось бы узнать у нашего казахстанского дизайнера, какие основные вещи женственности должны присутствовать в гардеробе у каждой девушки. Мне хотелось бы, Яна, отметить, что в последнее время, наряду с тенденцией андрогинностью и стилем унисекс, женственность тоже является трендом, что меня очень радует. И многие дизайнеры, воспользовавшись этим, делают свои образы еще более женственными. Образ «Песочные часы» является таким негласным идеалом женского силуэта. И хотелось бы отметить, что любой образ можно дополнить и довершить обязательно надо аксессуарами. Это броши, серьги, шляпы, клатчи. Без них образ был бы недоконченным. И... кстати, да, насчет аксессуаров я бы хотела дополнить. Дело в том, что вот сейчас на мне роскошные украшения, которые, кстати, тоже имеются во французском доме. Это потрясающий бренд Jacob & Co. Вот, друзья, это не бижутерия, это все полностью бриллианты. Вот как вы думаете, вот этот роскошный комплект, он впишется в этот лук? Я думаю, идеально впишется. Это в белом золоте бриллианты, роскошные бриллианты, которые идеально впишутся в наши предновогодние вечера и мероприятия. Кстати, да, по поводу мероприятий. Ведь сейчас просто событие за событием, праздник за праздником. И каждая женщина, имея даже огромное количество вещей, всегда думает, что бы подобрать, как бы удивить гостей. Вот скажите все-таки, какие основные вещи должны быть в гардеробе у девушки по поводу платья? Это короткие платья или длинные вечерние? Что бы вы посоветовали? Платье, наверное, иметь все-таки надо разные, и длинные, и короткие. Все-таки торжества бывают разного формата, конечно. Да. Если того требует дресс-код, конечно, женщине надо появиться в длинном вечернем платье. Но если это торжественное мероприятие, не оговоренное с дресс-кодом, то, конечно, женщина может себе позволить коктейльное платье. Но, как я уже говорила, это обязательно. Любой наряд надо дополнять аксессуарами. Здесь я с вами не могу не согласиться. Лаура, еще хотелось бы акцентировать ваше внимание на обуви. Лично вы какую предпочитаете носить обувь? На высоком каблуке, либо это танкетка? Расскажите. Я всегда, каждый день почти хожу на каблуках, да, и лодочки, конечно, это самая классика, которую необходимо иметь в любом гардеробе. Я знаю, что роскошный бренд Барбара Буи всегда удивляет нас потрясающими туфельками. К этому образу что мы можем подобрать? К этому образу мы подобрали эти лодочки, шикарные лодочки от Барбара Буи. Они идеально дополнят наш образ. Он, кстати, подойдет и под коктейльное короткое платье, так и под роскошное длинное вечернее, со шлейфом. Вечернее, да. Да, конечно, несомненно. Это базовые вещи как раз. Да, базовые вещи, которые должна иметь любая красавица у себя в гардеробе. Согласна. Сегодня мы много нового интересного узнаем об итальянском дизайнере Эрмано да Эйли. Дорогие друзья, также вы сможете понять и посмотреть, как же можно носить роскошное кружевное платье в светлом пудровом оттенке с потрясающей шубкой, которая актуальна этой зимой. Этот человек почти не появляется перед камерами, любит проводить время в одиночестве в кабинете. На первый взгляд он совершенно не сочетается с одноименной торговой маркой Эрмано Шервина и вообще не похож на современных фотогеничных стилистов. Неприметная одежда, спокойный взгляд, обычный человек, каких тысячи. Однако одежда, созданная им, неизменно очень популярна. Кто он? В чем секрет его успеха? Его настоящее имя Эрмано да Эйли. Он появился на свет в Милане в 1950 году. Шутят, что сразу с ножницами в руках. Эрмано, несомненно, был очень талантлив. Первое платье мальчишка выкроил, едва смог удержать ножницы в руках. При первой возможности он пересмотрел все доступные итальянские киноленты. Глядя на Софи Лорен, Джину Лоло Бриджиду и Анну Маньяни,
Эрмано окончательно определился с главной любовью всей своей жизни. Он полюбил красоту. С самого начала он был полон оригинальности, предложил модный спортивный стиль, в основе которого лежали вечерние жакеты, которые сидели как корсеты, утонченные, редкие, словно изящное белье. Итальянские женщины раскупали их, только увидев. Сразу же после первого показа заказы лились потоком. Все лучшие бутики хотели продавать одежду нового дизайнера, который ухватил дух времени, предложив свободный от предрассудков новый шик, не пугая неожиданными комбинациями тканей и покроя. Для демонстрации своих коллекций он приглашает красивейших женщин мира. Их красота и изящество находят достойную оправу в его произведениях. Женщина в глазах Шервино может быть утонченной, как Марлен Дитрих, агрессивной и притягательной, как Анджелина Джоли, нежной матерью и жестокой убийцей, как Ума Турман. «Я уверен, что мода не сможет умереть даже во время чумы», — говорит Эрмано. Нельзя не признать, что в чем-то он прав. Сейчас мы приступаем к обсуждению второго образа. И, конечно же, бренд Эрмано Шервино порадует нас своим роскошным платьем пудрового оттенка. Лаура, скажите, пожалуйста, какому типу женщины этот цвет и эта модель подойдет? Я хотела отметить, Яна, что пудрово-розовый – это мой любимый оттенок этого сезона. И очень модный, кстати. Да, очень модный. И мне кажется, этот цвет подошел бы ко многим типам женщин. Этот цвет придает свежесть женщине. И главное, возможно, сделать акцент на мейкапе. Угу. То есть, если это блондинка, девушка со светлой кожей, то можно немножко усилить макияж, и тогда платье заиграет, да? А если это азиатка, девушка с более темным оттенком кожи, то наоборот, мне кажется, такой цвет, он выгодно подчеркнет ее изюминку. Да, вполне согласна совершенно. Платье очень нежное, в стиле Эрмано Шервино, как мы и говорили. Оно обыграно кружевом и коктейльной длины. Еще, конечно же, учитывая то, что если мы отправляемся на какой-нибудь светский раут, на мероприятие очень важное, какой верх желательно подобрать? Это мех, как в данном комплекте, или все-таки пальто? Ну, в данном случае мы подобрали мех. Мех, так же, как и бриллианты, это самый лучший аксессуар для девушки. Так как это наш вечерний наряд торжественный, мы сюда подобрали мех, мех Соболя от бренда «Соломон». Кстати, Ив Соломон – это потрясающий бренд, и меха отличаются очень долгой ноской. С этой шубой, мне кажется, ничего не будет лет 50. Насколько известно, соболь является одним из самых роскошных мехов во всем мире и самых дорогих. Но, между прочим, это очень выгодное вложение. Данный мех может прослужить его обладательнице очень долгое время, даже десятки-десятки лет. Соболь является самым износостойким мехом, поэтому он и дорогой, и красивый. Согласна. Для того, чтобы блистать на светских раутах, конечно же, нужно подобрать выгодное и роскошное украшение. И самым главным элементом может послужить, безусловно, бриллиант от марки Jacob & Co. Мы выбрали сюда бриллианты коньячного цвета в желтом золоте, который идеально дополнит наш соболь и наш наряд. Да, очень выигрышно смотрится. И посмотрите, вот эта россыпь бриллиантов, она просто так привлекает глаз. Каждую женщину такое украшение сделает утонченной, легкой и воздушной. Здравствуйте, Лаура. Очень приятно с вами познакомиться. Добро пожаловать в нашу программу. Здравствуйте, Азамат. Многие мужчины нас спрашивают, особенно в преддверии новогодних праздников, как лучше всего выглядеть стильно, но при этом не вычурно. Очень радует, что мужчины задаются вопросом, как одеваться стильно в повседневные и праздничные дни. Хотелось бы сказать, что мужчинам одеваться стильно – это не значит одеваться во все цвета, представленные последними трендами. Можно надеть темные пиджаки с темными брюками или с лаксами. Однотонные, и с какой-то, да? Однотонные, да. С какой-нибудь яркой рубашкой. Как я и сделал сегодня, да, чтобы немножко подчеркнуть сегодняшнюю нашу праздничную передачу. А, Лаура, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня представили вот такой интересный образ. Расскажите о нем немножко. Ну, этот образ представлен у нас брендом Франческо Смальто. Угу. Мы выбрали такой торжественный наряд. Black tie – это у нас смокинг с удлиненным шалевидным воротничком на одной пуговице. Брюки у нас средней посадки и белая рубашка. Этот образ мы дополнили бабочкой. Да, бабочка, она всегда, я думаю, создает праздничный вид и дополняет любой образ. Лаура, скажите, пожалуйста, где лучше всего появиться вот в таком наряде?
где это будет уместно? Ну, на торжественных мероприятиях, если какие-то иные условия не оговорены дресс-кодом, которые требовали бы, например, фраг или casual smart стиль, то на торжественном мероприятии очень даже уместно появиться в смокинге. К этому наряду мы сегодня выбрали классические туфли Derby с шелковой шнуровкой от бренда Castore. Прекрасные туфли. Лаура, скажите, пожалуйста, какие ошибки нельзя допускать в праздничном дресс-коде? Главное в образе не допускать противоречий мужчинам. То есть к классическому стилю всегда подбираем подходящую классическую обувь на шнуровке. Предположим, если это стиль casual, то мы туда подбираем лоферы и мокасины. То есть образ и аксессуары должны поддерживать друг друга. Спасибо вам, Лаура, что были сегодня в нашей программе. Ну а сейчас, дорогие девушки, хотите притягать взгляд мужчин? Нет ничего проще. Обратите внимание на глаза девушек с ярких, модных, глянцевых журналов. Их выразительность глаз – заслуга эффектного макияжа Smoky Eyes. Прямо сейчас Яна Бобрыка вместе с нашим бьюти-экспертом ответят на все вопросы касательно этого чудо-макияжа. Технику Smoky Eyes можно отнести уже к классике, и зародилась она на рубеже 20-30-х годов 20 века. Сначала она применялась только у брюнеток и использовалась исключительно в темных тонах. Но сейчас существует огромное количество разновидностей, отличающихся по цветовой гамме и, безусловно, способу нанесения. Smoky Eyes бывает как дневной, так и вечерний. Расскажите, пожалуйста, какую косметику мы будем использовать? Мы будем использовать косметику марки Bobbi Brown, марки Sisley, а также марки Clarins. Замечательно. С чего мы начнем? Мы начнем с карандашной техники, используя карандаш марки Clarins. А потом растушевка идет? Да. Наносим карандаш на внутреннюю часть глаза. Угу. Хорошо прорисовываем. Закрываем глазки. Карандаш Clarins идеально подойдет, он мягкий. Является каялом. Безусловно, очень удобно использовать черный карандаш. Это универсальное средство. Вы можете, конечно же, растушевать. Глаз будет более объемный. И, безусловно, использовать черный карандаш как каял. Вы наносите на внутреннее веко, тем самым взгляд становится более выразительным. Растушевываем. Добиваемся более дымчатого эффекта. Далее при помощи той же плоской кисточки набираем тени. Сегодня мы используем коричневый оттенок марки Sisley. И аккуратно вбиваем поверх черного карандаша. Камила, скажите, сейчас мы наносим Smoky Eyes для кореглазой девушки. Если девушка голубоглазая или зеленоглазая, какую цветовую гамму вы посоветуете? Также можно использовать изумрудные оттенки, голубые оттенки, дополняя коричневыми или же черным для Smoky Eyes, для эффекта именно дымчатых глаз. Далее берем кисть из натурального ворса, наносим более светлый оттенок коричневых теней и наносим поверх. Камила, скажите, обычная девушка в домашних условиях может сама нанести себе Smoky Eyes? Конечно, сейчас именно мы демонстрируем технику, которая более удобна в домашних, так скажем, условиях. И самое главное, очень быстрая, очень быстрая техника. Буквально за 10 минут вы можете добиться ну просто сумасшедшего выразительного взгляда. Это важно. Далее мы взяли более светлый оттенок теней и наносим под бровь. Также можно высветлить внутренний уголок. Скажите, пожалуйста, а когда мы высветляем участок под бровью и вот здесь вот уголок глаза, что это нам дает? Мы визуально открываем наши глазки. Далее берем тоненькую кисть, набираем те же темные коричневые тени, что мы наносили поверх. Смотрим вверх и наносим вдоль нижнего века. Наш макияж Smoky Eyes практически завершен, но так как это темные тени, и они им свойственно осыпаться, корректор мы используем в конце макияжа, наносим после того, как наш макияж Smoky Eyes готов. Для того, чтобы вот этот вот участок на лице осветлить, правильно? Да. Используем консилер марки Clarins. Instant Concealer. Небольшое количество наносим именно вдоль нижнего века. Наш макияж будет готов.
Камила, спасибо вам огромное. Как всегда, ваши советы полезны и актуальны. Дорогие друзья, как вы убедились, техника нанесения макияжа Smoky Eyes вполне проста, естественна и очень выразительна. Я думаю, что огромное количество восторженных взглядов будет просто немерено. Улыбайтесь и соблазняйте. Ваша спальня является идеальным местом для отдыха, ведь именно за ее дверями вы оставляете дневную суету, заботу, ну и, конечно же, какие-то мелкие проблемы. А какие у вас возникают эмоции, когда вы заходите в свою комнату и смотрите на свое постельное белье? Ну что ж, это может быть всплеск как положительной энергии, так и негативной. Это может быть тревога или какое-то спокойствие, апатия или, наоборот, прилив сил. А вы знаете, кстати, дорогие друзья, что, между прочим, та или иная реакция – это результат того, что вы видите перед собой, вернее, какое постельное белье находится у вас в спальне. Ведь от цвета фактуры, ткани и дизайна зависит ваше настроение. Да, конечно же, ведь не зря, вот, к примеру, такие мировые звезды, как Мадонна, в своем сложном райдере указывают, что обязательно должно быть белье белого или светло-розового цвета. Потому что именно этот цвет помогает Мадонне расслабиться и чувствовать себя комфортно после длительных гастролей. Все верно. А вот, к примеру, брутальный актер Билли Боб Торнтон. Я уверена, что вы, конечно же, его знаете. Так вот, эта личность предпочитает исключительно мягкий сатин или шелк бежевого или песочного оттенка. По его словам, именно этот цвет расслабляет его по максимуму. Ну что ж, дорогие друзья, как вы поняли, речь у нас сегодня пойдет о постельном белье. В магазине Imperial Home невероятное изобилие постельного белья, но сегодня мы поговорим о самом лучшем. На все наши вопросы ответит менеджер Татьяна. Татьяна, здравствуйте. Я думаю, что сегодня, конечно же, вы ответите на многие интересующие вопросы наших телезрителей. Вопрос номер один. Какое постельное белье пользуется наибольшим спросом? Наибольшим спросом у нас пользуется марка Blue Marine. Бренд Blue Marine был основан в 1977 году в солнечной Италии. Создательница этого бренда Анна Малинори. Наверное, нету таких людей, которые бы не любили эту марку. Название этого бренда отражает любовь этой пары к морю и многогранному синему цвету. Татьяна, а я, насколько мне известно, вообще Blue Marine – это тот бренд, который выпускает только высококачественное белье, лакшери, да, такого люксового качества. И я думаю, что это, безусловно, достойный вклад в свое будущее, в свое здоровье. Это правда ведь? Да. Постельное белье сшито из мягких тканей. Здесь... Никаких синтетических, нет, да, материалов? Нет, здесь высококачественные сатины, шерсть, шелк, плотный и атлас. Как правильно ухаживать за постельным бельем? Я бы порекомендовала бы ухаживать за постельным бельем, стирать при температуре 30 или 40 градусов, но желательно не более 30 градусов. Глажка должна быть на средней температуре, не использовать никаких химических веществ. Насколько я поняла, Татьяна, то есть не стоит добавлять какие-нибудь ополаскиватели, да, которые улучшают цвет ткани, не нужно этого делать? Не нужно, не нужно никаких отбеливателей, никаких химических веществ. Не нужно. Из какого материала сделано это белье? Постельное белье Blue Marine сделано из мягких тканей. Это натуральный хлопок, натуральный шелк, плотный атлас и натуральная шерсть. Татьяна, скажите, пожалуйста, вот по правилам этикета, а по каким случаям можно подарить постельное белье? Постельное белье Blue Marine можно дарить на все случаи жизни. Это может быть и день рождения, это может быть и праздник. И идеальным подарком это будет, наверное, тоже и на свадьбу. А вот на свадьбу, конечно же, в основном предпочитают дарить именно белого цвета постельное белье. Ну а можно как-то разнообразить? Вот как вы думаете, подарить, например, голубого оттенка? Конечно, можно. Вместе с этим нас также радует и отделка. Это вышивка, жемчуг и камни Сваровски. Дорогие друзья, как мы убедились, в Imperial Home большой выбор постельного белья на любой цвет, вкус, ну и, конечно же, ценовой диапазон. Берегите свой сон и относитесь к нему с трепетом. Время летит незаметно, особенно в хорошей компании. Друзья, нам с вами было интересно. Ну а сейчас нам хочется готовить новый выпуск для нашей следующей встречи на телеканале Hit TV. Выражаем особую благодарность французскому дому, магазину Бетошар и, конечно же, Imperial Home. Будьте всегда стильными и красивыми вместе с программой «Красивая жизнь». До новых встреч!